goodness! Бейли падает. Она протестует, но... Да, она злится, она не согласна. Но смотри, ее все еще шатает. Жанг Вэйли в ярости. Она злится, но остановка была на 100% оправдана. Пэт Берри сходит с ума. О, боже мой. Боже, этот хайкик с передней ноги был очень жестким. Она недовольна, но ее вырубили. Никто ни хрена тебе не может сказать. Они ни хрена тебе не скажут. Никто ни хрена тебе не может сказать. Ты лучше. Сколько нахрен лет мы повторяли это? Ты лучшая, черт побери, в истории. Кто лучше? Я лучше. Кто нахрен лучше? Я лучше. И ты была лучшей. Бандитка Роуз, ты вновь шокировала мир. Да, я сделала это. Точнее, Бог сделал это. Мне просто нужно было верить в него, и все получилось. Ты была невероятно сфокусирована. Перед началом поединка, когда Брюс Баффер представлял тебя, ты стояла в своем углу и повторяла: «Я лучшая! Я лучшая!» Так и есть, я лучшая. Однозначно, теперь в этом нет никаких сомнений. Когда Роуз просыпается с правильным настроем и выходит в этот октагон, она даст тяжелейший бой любой. Она лучшая в мире. Опять. Does the knife belong to Thug Rose Namajunas? Роуз лучшая в мире, когда она выходит в октагон с желанием биться, ее невозможно остановить. Никто не превзойдет ее в техническом аспекте. И когда она настроена, сегодня мне больше всего понравилась ее убежденность. Она постоянно говорила в раздевалке: «Я лучшая». И когда она говорит это вслух с уверенностью, никто не сможет одолеть ее. Я счастлив стать свидетелем этого, и дело не только в том, как она выступит, потому что, конечно, мне как тренеру нравятся победы, но то, какой она человек, она лучшая чемпионка по жизни, которую только можно представить, и этим я горжусь больше всего. Ты тоже, ты просто нафиг потрясающая. Я очень рада, что ты вернула свой пояс. Теперь ты должна сохранить его навсегда. Обязательно. Поздравляю. Спасибо, ты потрясающая. Я всегда верила в тебя. Мой любимый боец. Когда я показываю, на что я способна, я лучшая в мире. Для меня не так важен результат. Для меня важнее просто стараться, выложиться, и я рождена, чтобы делать это. Привет. Привет. Как ты? Хорошо. Слушай, это было потрясающе. Этот удар... Это было здорово. Да, это было супер. Чистая работа. Так держать. Отличная работа, ребят. Спасибо, ребят. Ты сотворила историю. Первая двукратная чемпионка минимального дивизиона. Ты знаешь? Окей. Я люблю Йоанну, но она будет зла. Она будет в бешенстве. Она ведь говорила: «Я готова биться с любой, дайте мне победительницу». И увидев это, она подумает: «Не». Ты следующий, Марти. Ты труп, черт побери. Я иду за тобой, Марти. Он спрашивает, что произошло. Он не знает, что произошло. Больше об этом поединке никаких разговоров не будет. Усман вырубил его. Pound for pound. Я лучший в мире. Он расспрашивает своих угловых. Он не верит в это. Просто невероятно. Pound for pound. Да, pound for pound. Давай забудем это дерьмо, мужик. Забудем это дерьмо. The undisputed UFC welterweight champion of the world, Kamaru, the Nigerian Nightmare.
Этот парень любит и живет ради своей семьи. Джо будет плакать в октагоне. Да, мы оба будем плакать сегодня, потому что это было невероятно. Ты показал лучшее выступление в своей карьере, и это было просто потрясающе, поразительно. И, как всегда, было честью комментировать ваш бой, сэр. Спасибо, спасибо, ребят, Джексонвиль. Спасибо, Хорхе, ты заставил меня пахать, сделал меня лучше, и я вышел в полной боевой готовности. И, ребят, это мой папа стоит за мной. Мой папа вернулся. И для меня невероятная радость, что наша семья наконец воссоединилась. Спасибо, ребят. Всем хорошо добраться до дома. Хорхе, бой, конечно, неприятно закончился для тебя, но поделись своими мыслями. Первый раз в карьере на глазах у моих людей, моей семьи, моих друзей, конечно, это больно, меня никто не нокаутировал за 50 боев. Усман показал мне то, чего я не увидел в первом поединке, я не почувствовал его мощь. И вот что происходит, когда ты слишком самоуверен. Я думал, мы будем больше бороться, я был готов бороться 25 минут. Так что это полностью его заслуга. Он удивил меня, он поймал меня, и мне нечего добавить. Он выиграл честно, храни его Господь. Долгое время у меня ни хрена не было, а сейчас у меня есть все. Я благословлен, так что спасибо Господу за все. Масвидаль опасен, но он просто вырубил его. Он лучше его в любой день, во всех аспектах. На первый бой с Масвидалем он впервые готовился у нас. Это был его первый лагерь с Тревором. Но люди, которые разбираются в этом, видят, что сегодня он двигался совершенно иначе. Это идеально. Я не считал, что Масвидаль заслуживает этот бой, но Камару сам хотел этого. Он хотел выйти и побить его, когда у того не будет оправданий. Сейчас в полусреднем дивизионе остальные отсиживаются и ничего не делают, и мне это не нравится. Как тренер я хочу новые вызовы, я хочу каждый раз биться за новый титул, так что проявите себя. Словами не передать, как я себя чувствую. Я невероятно рад, невероятно счастлив. И... знаете, вся слава Богу. Это многое значит для наследия, которое я строю. Я еще не закончил. И pound for pound я сейчас лучший боец на планете. Это особенный момент. Семья в полном составе. И это особенная ночь выйти и показать такое выступление. Слушайте, я даже не могу передать, что чувствую сейчас. Я невероятно счастлив. Я очень горжусь им. Знаете, тот факт, что он вышел сегодня и сделал такое заявление, это потрясающе. Лучшее в мире... лучшее в мире. Мы лучшие в мире. Hey,